Завтра зима начнется с Якутии. В столице республики стартует ежегодный фестиваль. Главным событием, как и раньше, станет передача Деду Морозу из рук Чесхана символа холода, который тот пронесет по всей стране. В этом году церемония пройдет 1 декабря в 11 часов в Царстве вечной мерзлоты. Об этом говорили на тематической пресс-конференции главы города Якутска. Ну а кроме этого, во время фестиваля состоятся спортивные состязания, культурные и развлекательные мероприятия, конкурс «Бриллиантовые нотки». Также школьники примут участие в республиканской туристической олимпиаде, а три десятка мастеров сразятся в конкурсе ледовых и снежных скульптур в 202-м микрорайоне Якутска. Он, к слову, носит международный характер. Среди участников представители Монголии, Эстонии, Белоруссии. Не забыли в этом году и про гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Дегустация блюд начнется завтра в кафе и ресторанах города Якутска. Это уже бренд нашего города, на который приезжают уже сотни туристов и из России, и из-за рубежа уже. Это замечательный праздник, праздник нашей зимы, наших зимних традиций, которые показывают культуру наших северных народов. И сейчас проходит фестиваль ледяных и снежных скульптур международный, в котором впервые принимают участие 32 команды, в том числе ряд международных команд приехал из многих стран мира. Поэтому каждый, я думаю, на этом празднике найдет то, что его интересует.